15-й Рафаэл Герейро, 19-й Юлиан Брандт, 5-й Ашраф Хакими, для Эрнесто Вальверде. И первый из них, это, конечно, отсутствие в стартовом составе Джейдена Санчо, который совсем недавно делает все, чтобы сам себя разрекламировать. Набирает скорость, прострел и удар по воротам. Выручает там Марк-Андре Тер Стегена, защитники, еще один удар. Вот это начало. Вторая минута только... Какая проникающая передача, Ракитич, но пробить неудобно, он же спиной к воротам. Удара. Включается в центр Дембеле, Ракитич, нет, картина Эрнесто Вальверде, главный тренер Барселоны. А вот это отскок удачный для Месси, но вокруг него сразу трое. Месси, двое сразу против него и нарушают правила дортмундцы. Тут рядом был Климент Тюрпен после короткой паузы, но он дождался, куда отлетит мяч. Четко указывает на место нарушений и назначает потенциально. Сдался у мяча, посмотрел, где вратарь, пробил. Если Месси не забьет сегодня, то... Для Люсьена Фавора ближайшие два матча дортмундской Боруссии могут стать определяющими. Матч пытаются его уже догнать игроки Барселоны. Пас в центр. Обыгрывает Пищика. Ложный замах, а вот удар не получился. Только для статистики этот удар годится. Мяч докатился до ворот. Там Роман Бюрк. Как Ракич открывается и подает в штрафную. И у Дортмунда, в общем-то, похожая картина. Сейчас заброс по флангу. И прострел в штраф. Все неудачи локальные. Барса пережила на выезд. Спас на Дембеле получается. Дембеле. Прострел. Ну, это Месси. Уходит в центр. Остается на ногах. А вот перевод. Месси. Суарес. Месси. Обыгрывает Хумельса. Какая передача, опаснейшая. Мы видим, что это положение вне игры. Повезло Дортмунду. Очень уж легко. От Хумельса ушел Лионель Месси. И чуть-чуть. А вот здесь нет положения вне игры. Пас в центр. Опасные моменты, которые как же портит Нико Пульц. Какой невнятный удар. Барселоны. Серджи Роберто. В штрафной. Прострел. Разочарованно. А здесь Ройс против двоих оказался. И Барса была вынуждена провести замену. Там Роберто получил. Аканджи в подкате. Месси, какая передача, тонкая, удар. И вот здесь-то нет положения вне игры. 1-0. 29-я минута. Мгновенно принимает решение Лионель Месси, понимая, что бить здесь не обязательно. Он одновременно и мяч видит, и рывок партнера по команде, и одним касанием. Возникали проблемы у защитников, полузащитников Дортмунда. А вот еще один выход Лионеля Месси, но по центру. Центр, Луис Суарес, Гризман, падение. Все смотрят на Тюрпена, игра продолжается. Вицель выносит. И здесь следующая атака Барселоны. Лионель Месси на ударную позицию выходит и забивает. 2-0. 33-я минута за 4 минуты. Барса забивает дважды. И как счастлив Лионель Месси. Вот он прервал сухую серию в Лиге Чемпионов на Камп Ноу. Вот он забил свой 613-й мяч. Успели пережить за последние годы немецкие команды. Простая передача на Роберто. Прострел. И... Вундеркинд Фати. Впрочем, или в центр. Суарес. В гостях очень давно дортмундская Боруссия. Врат. Барселона в первом тайме не испытала. Игра остановлена, потому что в нокдауне Климент Тюрпен. Мяч попал ему в лицо, а он дальше не мог просто продолжать делать свою работу. Это Фирпо. Диагональ назад. Суарес мяч пропустил. Гризман. Все. Клемент Тюрпен отправляет футболистов дортмундской Боруссии и Барселоны отдыхать. Футболисты дортмундской Боруссии и Барселоны. Второй тайм матча между этими командами вот-вот начнется. Камп Ноу его принимает. 2-0 после первой половины встречи ведет Барса. То есть гостям действительно есть о чем поговорить. Снимается выше, чем Нико Шульца. Соответственно, Герри выпуская вместо Нико Шульца Джейдена Санчо. Третий Самуэль Умтити. 15-й Клеман Лангле. Марк-Андре Тер Стеген. Антуан Гризман, который заменил Дембеле. Гризман. Нога Бюрки. Левая нога Бюрки. Не позволяет Барсе. Лево. Все-таки привычная позиция для него. Правого нападающего. Заброс в штрафную. Нет. Один в один его оставили. Правда, разгона нет. И Санчо передачу отдает. Позволил Гризман разогнаться. И дриблинг Месси. Но здесь, правда, страхует Герейро. Падение. Пенальти. Нет. Нет. Желтая карточка.
как негодует Камп Ноу. Лионелю Месси желтую карточку за симуляцию. Такое святотатство. Но сам Месси пытается доказать, что... Серджи Роберто. Заброс. Остановил. Гризман. Ведь уже неудобно. Острый ухо такого же количества матчей в прошлом сезоне. Если неудачно Дортмунд сыграет с Гертой и выход в Лигу чемпионов, победа в Кубке и очень много классных игр. Злой по-хорошему игрок. Так, а это Брандт, и это шанс, но Тер Стеген свою команду выручает. Он спасал Барселону в первом матче в Дортмунде несколько раз и взял пенальти в том числе. И вот здесь не потерял концентрацию. То есть Суарес направо, Гризман ждет как раз передачи на дальние штанги, но передача пошла в... Вот сейчас передача, мяч почти дошел до Арнасанчо, но почти в данном случае опередил. А вот этот заброс куда? На Пищика нет, там Лионель Месси, а Пищик, кстати говоря, очень неплохо головой играет. И забивал головой, но сейчас Месси Пищика там вверху переиграл. Дортмунда Санчо. А передача курирует голов. А это Гризман свою фамилию тоже зажигает на табло. 3-0, 67-я минута. Очень легко сейчас Барселона прошла. Даже пролетела центр поля. Дождавшись наконец-то того, что раскрылась дортмундская Боруссия, и наказав ее за это. 3-0. Скажем, побеждает он дортмундскую. Но у Интера не самая мотивированная Барселона будет в гостях. Ракитич до паузы на матче сборных. И голы в играх против бразильцев. Бускетс получает желтую карточку. Первая 0-3. Люсьен Фавр. И там не бесполезный рывок, нарушение правил на карточку, конечно же. Никаких сомнений у Климана Тюрпена быть не может. Герейр штрафной выполняет. Это удар перекладина. Ну вот, наверное, вдохновившись вчерашним примером. Хотя кто может вместе вдохновить его? Свои. Центральный, ну номинальный. Центральный, тут... Ангу в атаку. Прострел. Брандт не дает ему пробить. Санчо. И удар по воротам. 3-1. 77-я минута. Ну что ж. Неизвестно, касались ли подсказки Люсьена Фавра и Джейдена Санчо. Или, может быть, это его личная инициатива. Но здорово разобрался Джейден в чужой штрафной. Индивидуальное мастерство, конечно, высочайшее у этого футболиста. Нет положения вместо Артуро Видаль. При этом по ударам, по воротам 4-1 в пользу хозяев. Створ 1-1. Один угловой подали команды. Заброс штрафную. Брандт мешает, по-моему, Ройсу. Да еще и в положении вне игры он был действительно. Как же Ройс расстроен. Зря. Пока, говорит, товарищи, не будем торопиться. Разыграем наверняка. Видаль, нет положения в ней. Интересно, что вот до нынешнего... Вместо Юлиана Вайгеля Марио Гёдзе на поле появляется под 10-м. Но Йоуты долго лечили Гёдзе. Так, вот удар по воротам и перекладина спасает сейчас Барселону. Терстегеном, конечно же. А вот этот удар уже Вицеля в никуда. Резко. Совершенно неожиданно возникает по-настоящему опасный голевой момент у ворот. Автор первого завитого мяча под аплодисменты поля покидает. Передача в том числе. Ну вот, заброс в штрафную. Гёдзе. Фиксированная минута началась. Все. Климан Тюрпен дает финальный свисток. Барселона обыгрывает дортмундскую Боруссию на Камп Ноу со счетом 3-1. И звучит гимн Барса. Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризман.